его партнеры провожают его в бой. Ну, а что касается... в обороне Даниил Колокольцев. Сегодня он будет в паре с Кириллом Басовым. В нападении в обороне Даниил Колокольцев. Сегодня он будет в паре с Кириллом Басовым. В нападении постучали клюшечками. Настроение неплохое. В зоны те и другие. И довольно сложно отдать кому-то предпочтение. Может быть, чуть-чуть активнее на правах хозяев выглядит. Честно выполнив свой долг. А ну-ка, как насчет того, чтобы сыграть направо? Крыль. Где там шайба? Ну-ка, шайба в воротах. 1-0. Где там шайба? Ну-ка, шайба в воротах. 1-0. Большинство. Рыченко на вершине. Делает передачу направо. Шайба мимо. Демидов. Диагональ налево. В касание на Рыченко. Снова на Демидова. Щелк вдаль. Передача точно в крюк Рулину. Здорово. Атака точно в крюк Рулину. Здорово! Атака первым темпом удалась. Витязи, гол! Точно в крюк Рулину. Здорово! Атака первым темпом удалась. Витязи, гол! Шальная шайба залетела. Был ли там бросок, я не вполне уверен, но это не так уж и важно. Шайба-то залетела в ворота. Ну, теперь, конечно, надо потолкаться еще бы. Илья Ануфриев должен тут же показать, что он в защищенное место. Шайба попала. Здорово! Свои атаки. Ну-ка, выход 2 в 0. Опасно. И нет. Свои атаки. Ну-ка, выход 2 в 0. Опасно. И нет. Но к середине первого периода Витязь окончательно раскочегарился. Так решил. И почему бы и нет. Судьи не обращают внимания. Ну, стало быть, все в порядке. Рулин. Уже даже успел посмотреть, куда он попал, а на самом деле шайба-то никуда и не делась. Ох ты! Рулин. Уже даже успел посмотреть, куда он попал, а на самом деле шайба-то никуда и не делась. Ох ты! Рулин засаживает шайбу в ближний угол, соболезнивает Шарову, потому что он ничего не видел вообще. Копательные работы. Поиск правды.